трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. С 8 часов вечера 5 августа до 8 часов вечера 8 августа нельзя будет проехать по улице Карла Маркса рядом с трансагентством. В это время там будет проводиться ремонт подземных коммуникаций, сообщила пресс-служба горадминистрации. В связи с этим первый троллейбус, а также автобусы под номерами 2, 10, 14, 15, 17, 23, 39, 46 и 84 изменят маршруты. Автомобилистам рекомендовано заранее подумать об объездных путях. Трасса 101. Российские водители в целом ездят аккуратно. Почти 75% из нас, или 50 миллионов человек, получили скидку по ОСАГО за безаварийность. Это данные Российского союза автостраховщиков. Организация напоминает, что с декабря прошлого года действует упрощенный порядок обращения автовладельцев при их несогласии с начисленным коэффициентом бонус-малус. В этом случае берется то значение, которое зафиксировано в базе страховщика. Автомобили марки Toyota лидируют на рынке подержанных иномарок, сообщает агентство «Автостат». В первой половине 2016-го россияне купили почти 300 тысяч таких авто. На втором месте Nissan, на третьем Ford. А вот самой популярной иномаркой с пробегом уже долгое время остается Ford Focus. Серебро и бронза у Toyota Corolla и Toyota Camry соответственно. Также не обделены вниманием Renault Logan, Opel Astra, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva и другие. Трасса 101. Kia Rio нового поколения, которое появится в следующем году, оснастят сумасшедшим мотором, сообщает издание «За рулем». Трехцилиндровый движок будет выдавать почти 190 лошадиных сил. Это в обычной версии, будет еще и спортивная. Также ожидается создание на базе Rio компактного кроссовера, который, скорее всего, полный привод не получит. Трасса 101. Сборка и разборка автомата – привычное дело для солдата. Но вот сборка и разборка автомобиля. В Омске сегодня пройдут международные армейские игры, в рамках которых военным предстоит раскидать на запчасти легендарный 469-й УАЗик, а затем привести его в исходное состояние. Двигатель, мосты, кузов и прочее – все должно лежать отдельно. После реанимации машины на ней нужно будет совершить круг почета, чтобы убедиться в работоспособности. В состязании принимают участие вооруженные силы России, Казахстана. Казахстана и Китая. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.